Итак, всех приветствую, дамы и господа, с вами Максим, вы на канале Hammer Hit. Продолжаем прохождение нашей Калиста Протокол. И в прошлый раз, собственно, закончилось тем, что я упал вглубь планеты. Старую тюрьму, я так понял, это старая была тюрьма, в которую мы свалились вместе с этой китаёзечкой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, слушай. Надо как-то мне теперь опять пролететь, но у меня что-то пока не получается. А в прошлый раз, кстати, у меня со второго раза получилось, а сейчас у меня что-то вообще не получается. Фигня. Я тут теряюсь немного. А ну даль... Воу-воу-воу-воу-воу. А куда тут? Сюда куда-то, может быть? А, вот, сюда надо. Сюда. А, воу-воу-воу, все, цепляемся, цепляемся. О, зацепился, все, нормально. Со второго раза получилось. Нормуль. Нормуль. Так, ну-ну-ну. А это... Ой. А это можно как-то пропустить? Просто в прошлый раз уже это было. Я уже на этом месте закончил, в принципе. А, наверное, нельзя пропустить. Ух ты ж, ё! А почему нельзя? Чё за дела? Кафе Европа, вон. Пошли кофейку попьем. Да, это вот он головой сильно стукнулся, поэтому тут у него какие-то глюки небольшие. Давай, 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 давай быстрее, можно пропустить? Извините, можно пропустить, ребят? Нельзя? Нельзя как-то пропустить? Я уже это видел просто, зачем мне еще раз это смотреть? Дэнни, Дэнни, Дэнни! Это уже было, просто я уже... Я ж попал уже в этот в подвал, под тюрьму старую. Давай. А, какой ты красавчик. Но я тебя уже видел, поэтому не страшно. А под землей? Ну конечно под землей, куда уже глубже. Слушай, я уже в такую задницу залез. Реально в такую жопу я уже просто забрался. Уже глубже, наверное, уже просто некуда уже забираться. Все осыпается. Понятно, что все осыпается. Корабль-то наш сбили, ПВОха, блин, лупануло. И свалить не получилось вообще. А, хороший вопрос. Блин, реально пропустить нельзя. Ребята, так что смотрим еще раз. Консоль еще работает. Это Аркас. Или Аркас. Исходная колония, поверх которой потом построили тюрьму. Обратно в черную жесть. Да! Вы там... Ой, что-то я зевнул. Зачем начальник тюрьмы уничтожил свой корабль? Это как-то связано. Как это связано с Европой? Просто хотели проверить очередную работенку. Это безумие. Да, это безумие, согласен. Полностью поддерживаю. Но какой у нас выбор? Выбора нет. Надо двигаться дальше, слышишь? Соберись, тряпка. Чё ты ведешься как баба? Давай, собрался. Пойдем, здесь небезопасно. А почему? Кто тут может гулять? Чё тут небезопасно? Все, пошли. Ее забросили как Калиста, пока здесь не построили тюрьму. О, юг же надо как-то что-то там, да. А мы можем как-то быстро и быстрее идти? Питание работает. Эти старые ядерные генераторы, что-то там. Ну вот и свет погас. Лифт прямо по курсу. Давай. Сорян, я не то нажал опять. Что-то я кнопочки попутаю периодически. На карте был служебный проход несколько уровней ниже. Может так мы быстрее окажемся в колонии. Может быть. Надеюсь, что твой план нас обоих, короче, нам поможет. Ух. Темно как в заднице. Становится хуже, надо спешить. Ну, гоу-гоу.
Че языками-то чесать? Пошли быстрее, надо выбираться. Мы на месте, верно? Ага, но я не вижу лифта. А лифт, видимо? Ну да. Надеялась, что повезет. После такого удара тут хрен бы что-то вообще в живых осталось. Сохраненько. Погнали, что ты стоишь? Пошли. Идет как на прогулке, честное слово. Надо быстрее шевелить помидорами. Он еле-еле двигается. Тут за сраку в любой момент могут взять. Давай. Хопа. О, у меня костюмчик. А, кстати, он урон как-то поглощает, этот костюмчик, или нет? Осторожно. Ты клуша, ну. Ну и что ты сделала? Вот что ты творишь, ну? Вижу другой путь, встречу тебя там. Блин, я не вижу другой путь. Чувак, давай как-то перепрыгнем, может? Другой путь мне не нравится. Блин, найти другой путь, спуститься вниз. Ну, понятно. Где моя дубина? Сейчас тут будет замес, я чувствую. А здесь все не обрушится? Старайся не только... Действительно, зачем об этом думать? Если что, тебя просто завалит и все. Опа, а что у меня с патронами? Так, не понял. Не понял. Здесь 4. Здесь 2. Серьезно? И что я буду с ними делать? Блин. Патронов-то мало вообще. Не сюда, что ли? Или сюда все-таки? Давай, может, сюда сползаю? Вон, там что-то есть, кстати. И кто-то рычит. Что я взял? Кредиты Калиста. Блин, мне так не нравится эта камера, которая постоянно в башку ему залазит. Прям раздражает меня, ну. Так. Ой-ой-ой, тише. Опа. Так, у меня... так. Подожди, а у меня... У меня дробовиков несколько. А вот этот возьму. Это что? А, это ж я новый дробаш себе взял. Точно, что-то я тут плю. Так, и мне не, надо не свалиться, да, получается как-то. А, о, вижу дырку. Проход, в смысле. Да, у меня же уже два дробовика. Один маленький, один побольше. А почему он здесь не бегает, мне интересно? Я так буду пару часов топтаться. Если бы он бегал, было бы... Было бы намного это лучше. Мы бы быстрее вышли отсюда уже. Нашла лестницу, спускаюсь. Ну давай. А я куда-то... И такое ощущение, что я по кругу просто хожу. Честно. Мне кажется, тут сейчас все рухнет к чертовой бабушке. Смотри, я что-то нашел. А, это лестница. Ладно. Так а зачем мы... Я не понял, не совсем понимаю, зачем мы вниз спускаемся. Если нам надо вверх подниматься. Мы же упали оттуда. Или нет? Или я что-то не врубаюсь? Возможно, что я что-то не понимаю. Идем здесь недалеко. Так я иду, я просто не бегаю почему-то здесь. Не могу понять, почему. Так, 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 так. Чпуньк. О, я здесь иду. Да ладно, серьезно опять. Быстрей. Ну давай, чего ты? Серьезно? Ты сорвался? Ты чё? Слабак. Ребят, не забываем подписаться на канал, поставить лайкосик. И комментарий оставляйте обязательно. Напоминаю. Что происходит? Воу, парень, полегче. Ты кто вообще? Черт.
Это я неудачно, видимо, упал. А я повис на чем-то, видимо, зацепился. Сейчас целоваться полезет. Ох, не люблю я этих ребят. Вечно пытаются в засос меня поцеловать. Приветули. Он слепой, чель, да? Не видит меня. Походу, да. Шары долбятся. Итак, если он слепой, то значит он должен хорошо слышать, правильно? Да, все верно. Ну что, пацанчик? Вот мы и встретились. Ой, а ты не один, ты с товарищем? Так, а почему у вас уже трое? Подожди, пацаны, я заряжусь. Так, стопи. Давай, нападай. О! Я научился уворачиваться от вас. А там парень мутировал, да, я так понял, да. Так, у меня патроны. Ай! Ты что творишь, скотобаза? Патроны кончились. О, ой, это голова моя? А, это была моя голова. Так, надо, наверное, пистолет взять, потому что... Потому что... Постоянно перезаряжаться неудобно, а их тут трое. Хорошо. А, втащил меня опять. И в пузико. И в пузико. И в пузико. Перезаряжай, перезаряжай. Чё я с вами вожусь? У меня дробаш есть. Ой, все. Так, стоп. Ты откуда вылез? Ой-ой-ой-ой-ой, парень. Мутировал. Это плохо. Что это была за хрень? Да действительно, у тебя есть что-нибудь? Давайте вы, ребятки, мне все добро отдадите свое. О. Дробаш хорош, хорош. Я прямо он хороший, но... 4. Он хороший, но блин. Давай я, наверное, пистолет возьму. Потому что все-таки. Так. И где? Перезаряжаться неудобно постоянно. Ну, я в какой-то жопе опять, да? В принципе, мне не привыкать. Что я могу сказать? О, наконец-то я могу бегать. А то хожу как додик. Ао! Контрол подкраться тихо. Оп. Я могу к нему подкраться тихо? Он меня не заметит или заметит все-таки? А куда он пошел? Он куда-то пошел. Подожди, он ушел. Я что, куда? Куда ты ушел? А, он в дырку пролез. О, коробочка. Да ладно, пробраться тихо, я вас умоляю. Понтов-то было, слышь, дядя. А где коробка? Вот она. Давайте, мне тут. Смотри, как подвис парень. Хорошо висит, красиво. А вот еще один тут. Ладно. Опа, опа, опа. Опа, опа, понеслась опять. Так, спокойно, спокойно. Ухера вас тут. Оу. Они, слышишь, они, я их бью, короче, они это, не реагируют на выстрелы, вернее, не реагируют. Ого. Ух. Они на выстрелы не реагируют на мои. Блин. Ой, вот вообще замес начался, я вообще ничего не вижу, что происходит вообще.
Блин, добил меня. Их много, прямо много. Что делать, не знаю. Я прямо в самое логово залез, если честно, блин. Эх, так. Это, конечно, все хорошо, но я не справляюсь. Ой-ой-ой-ой-ой, что-то мне... Так, давай. Так, здесь 10 у меня, здесь что? Ой, стой, что я сделал? Здесь всего... ну здесь всего 2 патрона, поэтому... Здесь 4 патрона. Здесь 4. Ну давай, может быть, с дробаша начнем, не знаю. Не знаю, серьезно. Как-то неприятные такие ребята вообще, максимально просто. Может быть, я сюда пойду? Тут тоже какой-то проход есть. Как-то, может быть, обойду их сзади. Смотри-ка, реально тут есть проход какой-то. Вылазит, блядь. Что ты вылез? Залезь обратно. Ну что ты? Привет. Ни хера себе, его даже дробаш плохо берет, понимаешь? Охереть. Я думал, кто там скачет как конь. Убили? Блин. Да ладно. Какие-то вообще, слышишь, здоровые пацаны. Я вообще с ними ничего сделать не могу. Так, блин. Ребята, вы это прекращайте. Мне это не нравится. Блин, вообще, слушай, хрень. Чё там? Don't make a sound. Ага. Допустим. Да нихера, я все равно их убью. Они меня разозлили. Я так просто им не сдамся. Сейчас он вылезет. А я пойду обратно. Дурак! Дурак! Назад иди! Да, блядь, что ты делаешь? Господи, извините. Тормоз, блин. Иди-ка сюда. Ты, слышь, дрыщ. Куда он делся? Блин, мне бы гранаты. Мне нужны гранаты срочно. Кто-то идет. А, вот кто идет. Я не попал! Попал. Я промазал, прикинь, с первого раза. Они это, мне не нравятся. Они, блин, более мощные. Они более мощные и более шустрые. Прям хорошо так шустрые. Это прям очень хреново. Блин, мне гранаты нужны. Я туда не хочу идти, мне там страшно. Блин, а тут их много. Что делать? Так, ну у меня есть перчатка. Но что я перчаткой могу сделать? Одного? Двоих? Может быть, я могу как-то кидануть? Я даже не знаю, если честно. Да не. Блин, огнемет бы какой дали бы, что ли? Ну вот он. Блин, вот они. Блин, повылазили. Ты посмотри сколько. О боже. Надо валить. Надо валить. Надо валить. Валить. Ай. Блин, беги, придурок. Блядь, беги. Извините. Они еще и мутируют сейчас, вообще жопа будет. Отходи, отходи. Да блин, отходи, дебил, господи. Ой, это вот, конечно, это жопа с этими. С настройками с этими. Это жопа полная. О! Отвали, скотина, отвали. Я вообще не понимаю, что происходит, если честно. Я ни хера не вижу. Вот что я могу сказать.
А! Блин, втащил меня. Что происходит? Вообще ничего не понимаю. Что происходит? Голову отпусти! Кто кого бьет вообще? Где кто, блин? Перезарядись! Я! Мутант. Ничего не понимаю, что происходит? Меня избивают, по-моему, да? Да. Блин, да ну нахер, какая-то хрень вообще с этой камерой. Она настолько конченая и неудобная. Боже, это какой-то ужас. Реально, такая конченая камера. Блин, управление еще-то ублюдское. Вообще просто бесит. Что делать-то, блин, вообще? Как пройти этих уродов? Ни хера нету, блин. Что мне с этой перчаткой дурацкой? Тоже бесполезный кусок говна, блин. Это перчатка. Заряда вообще не хватает ни хера ни на что. Хрень вообще полная, блин. Ой... Преобразователь энергии. Расшифровщик. В принтере. Так у меня принтера нету, алло. Для подавления беспорядков разработан херня это ваша, блин. Ё-моё, что делать вообще? Реально не понимаю теперь. Как их пройти-то, блин? Не, подожди, давай вот этот, может, дробовик возьму. Я тупо не могу их пройти. А еще меня прикалывает, что я не могу отойти назад, блин. Это вообще тупость. Вот они висят. Красотки, блин. О, идут, идут. Ну давай. Начнем с тебя, пожалуйста. Бля, два. Посмотри, он мне два раза вдарил. Смотри, опа. Блин, ты посмотри, они дважды бьют. О, офигеть. Давай. Зачем ты меня за голову хватаешь? Мы с тобой не настолько близко знакомы. Отвали нахрен. Урод, блин, вонючий. Перезаряжай быстрее. Этот дробовик быстрее заряжается. Так, с этими я справился. Где мой это? Укольчик. Срочно, срочно укольчик. Да, блин. Жесткие эти уроды. Вообще жесткие. Они прямо меня так хорошо это насильничают надо мной. Так. Патроны. Два. Есть у тебя что, урод? Так. Эти вылезли все, так? Хорошо. То есть я могу, если что, отходить назад. В дырку я не полезу, идите в жопу. Так, давай-ка я сначала сейчас, знаешь, что возьму? Вот так, пистолет. И попробую сейчас пострелять по ним немного. Бери, что ты. Не стесняйся, бери. Или как-то, может быть, не знаю. Вот этого чувака... Вон туда. Так, надо... Ай! Блин, да ты серьезно, блядь? Уйди ты от него, придурок, господи! Отойти нужно было, зачем ты... Кретин! Блядь, кретин! Извините за ругательство, но он кретин просто конченый. Я нажимаю «Отойти», он, блядь, начинает крутиться на месте... Блядь, ты дурак вообще. Кто, блядь, это управление делал? Покажите мне этого человека, я ему в лицо плюну. Какой-то дебил просто, тупорылый. Блин, ну какое-то тупое место, я на нем просто застрял. Вот просто, блядь, из...
Это бред. Это реально бред. Я застрял просто на каком-то дебильном месте. Бля, этих трое уже. Да сдохни ты, тварь. О, не, он не сдыхает. Блин, он успел. Успел. Я не могу увернуться от него. Падла. Успела мутировать, а? Скотина. Успела. Чё у меня с патронами? Ноль. Ай, 7 этих патронов. Я не знаю, как мне пройти это. Я не могу просто пройти, потому что этот придурок, блин. О, для дробаша взял. Не могу пройти это место, потому что этот дурачок не отходит в сторону, а пытается драться. А-а-а! Я понял, почему. О! Петушок, еще один. Блин. Так вот, еще один. Алло. Так а как это так получается, ребята? Да-да, вот и ты. Ой. Понятно, они в стенах. Короче, их надо из стен просто вымораживать. Да, вот он. Давайте будем так, что ли, играть, я не знаю. Как-то по-другому у меня не получается, ребята. Блин, мне бы сохраниться было бы вообще шикарно. Так, и получается эти двое на меня накидываются. Больше ж никого нету, правильно? Я правильно понимаю, что больше пацанов в стенах нету сейчас. Одного сюда. Этому по ногам. Да блин, ты посмотри, скотина. Отходи! Срочно! Давай, 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 быстрей! Есть! Есть, 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 успел. Они шустрые, ох, шустрые ганзервативы. Слушай, я так, блин, буду долго проходить. Я прямо, меня прямо, они тут надо мной издеваются. Избивают меня. Блин, жестко. Так, давай дробовик. Есть, есть. Да меня просто раздражает, что их много. Вот это меня прям бесит. Если бы их там было один, там, допустим, два вылазили, то было бы намного проще. Здесь есть что-нибудь? Я, может, здесь что-нибудь найду себе, блин. Полезное. Хренушки, ничего нету. Ладно, пошли дальше. Слушай, с третьего раза, да, с четвертого, блин. Ну, это все из-за... Я же говорю, это все из-за управления вот из-за этого дебильного. Так оно мне не нравится, когда вот дергается эта, блин, камера постоянно. Раздражает. О, дал? Это вот они двое? Блин, почему у меня гранат нету никаких? Вон они двое в стенах. Ай, мне нужны гранаты срочно. Вон они, блин, видишь? А чё они так перемещаются как-то странно? Они типа телепортируются, что ли? Совсем охренели? О, сохранение! Ура! Ура, ребят! Так. Ты чё, берега попутал, мальчишка? Ты откуда взялся, объясни мне, а? Вот откуда ты взялся? А? О, на, блин, о. Вылез как черт из табакерки. Только я сохранился и сразу по башке получил. Но это вообще неприятно. Просто... Короче, надо по сторонам смотреть. Они типа повсюду. На каждой стене эти уроды висят. Я, может... Загляну за угол, может, что-нибудь найду себе.
А, что-то есть. А принтера нету у вас здесь? А, ребят, мне принтер так нужен. Кредиты. Мне нужен принтер. Чертеж боевого пистолета. Ох ты ж ее. Мне дадут наконец-то новый пистолет, что ли? Боже, я думал, кто-то стоит. У меня уже сердце в пятки ушло. Принтера нету, мне принтер нужен. Вот принтер мне нужен сейчас очень. А его нет. Там кто-то... Да, там кто-то шумит, кряхтит, пердит. Ой, у меня 5 патронов? 5 патронов, да. Лестница. О! У меня уже больше патронов. Так. Принтер. Да? Это же принтер? Да, это принтер. Сейчас я осмотрюсь. Подождите, шкафчики все пособираю. Блин, вот эти пацаны мне не нравятся вообще. С теми-то сходящими, с обычными еще как-то, ну, просто можно было справиться. Они такие безобидные с большего. А эти какие-то мощные прям вообще. Я его, он прямо... Я его палкой-то бью, ему хоть бы хер, если честно. Он смотрит на меня как... Как будто я ему денег должен. Урод, ты что тут делаешь? Так, надо, наверное, уколоться срочно. То я чувствую, сейчас что-то будет. Да, 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 я чувствовал, что что-то будет. Пацан идет. Давай, иди сюда. Ты один, я надеюсь? Или ты с компанией? О, видишь? Вот они дважды бьют, блин. Вот это неприятно. Два раза бьют. Надо приучаться как-то просто. Я немного это... Я уже привык к тем засранцам мелким, которые там ручками. Опа! Нихера себе! Голова это, блин, на писюн похожая. Цепанул, падла. Цепанул. Котина, больно цепанул. О, ну зато патронов мне дал, это хорошо. Так, дай пистолету вернусь. Перезарядимся. Так, вроде бы никого, я как бы вроде бы в безопасности пока что. По большому-то счету. О, еще аптечка, хорошо. Это как раз этот меня покусал, мне она сейчас пригодится. Чертеж боевого пистолета. Давай посмотрим, что там за чертеж боевого пистолета. Что он из себя представляет. Чертеж боевого пистолета. Подтвердить. Боевой пистолет войск особого назначения. Емкость магазина, урон. А что за урон детский такой? Где мой пистолет? Так, вы что, прикалываетесь? У меня урон намного больше. Разрывные пули, урон. Добавляет режим альтернативного огня, в котором можно стрелять разрывными пулями. Пули взрываются с небольшой задержкой после попадания, да, там, наверное. Так, дубинку надо улучшать. Угу. Разблокирует новую подсечку, которую можно выполнить после успешного блока последней атаки врага. Делает врага уязвимым для последующих атак. А, приобретено, приобретено. 2700, да? Серьезно? Ребята, а вы не охренели? О! Разблокирует новую, более мощную атаку. О! Вот это хочу. Потому что с этими пацанами мне как-то надо отбиваться. Я вообще, блин, огребаю от них только в путь. Хорош. Хорош. Да, дубина вообще отличная у меня. У меня осталось 222. А я продать что-нибудь могу? Расшифровщик. О! Это же говно я могу продать. Там было написано, что типа это говно можно продавать. О, 1222. Это же другой разговор, ребятки. Повышение урона. Увеличить наносимый урон за счет перезагрузки регуляторов. Перегрузки регуляторов энергии. Что-то какая-то хрень, по-моему, нет. А с пистолетом я что? Разрывные пули. 1800 стоят. А, у меня столько нет денег. Перчатку. Давай-ка перчатку. Улучшение энергоемкости. Слабое. Увеличит максимальную энергоемкость за счет периферийных... Ой...
Увеличивает силу движения за счет демонтажа пред... Слушай, мне силовая перчатка, вот честно, не знаю, может быть, она дальше там какая-то сильно шибко крутая будет, но сейчас я от нее вижу, ну, просто минимальную какую-то помощь для себя. Вот серьезно. Ну, давай энергоемкость, я ее улучшу, хрен с ним. Но честно, честно, она мне сейчас минимально помогает. Вот как те пацаны сейчас, которые на меня прыгали. Она мне вообще ни хера не помогла, по сути. Я одного я бросил, и то недалеко. Ну, как бы такое себе. Такое себе. Хорошо. Вот. Вот это я себе куплю. Мне надо дубинку. Все-таки это мое основное орудие. Оружие мое основное. Поэтому я буду улучшать. Я буду улучшать свою дубину. Хорош. Все. Что там у меня по деньгам осталось? У меня 22. Продать больше нечего. Преобразователь энергии. Нет, это ж я не продаю. Кстати, слушай, а у меня же нету этих штук больше. 120, 70, 140. Ну, собственно, на этом мы и закончили наше мероприятие. Вот, усиленная рукопашная атака. Нажмите среднюю кнопку мыши, чтобы осуществить усиленную рукопашную атаку. Усиленные рукопашные атаки медленнее, но наносят больше урона. Ими можно поразить несколько врагов и отбросить их и намного дальше. Среднюю кнопку мыши? Ну-ка. А-а-а, ты типа просто втащил типа по-мощному, да? Ну окей. Так, 10 патронов. 10, здесь 15. Возьму этот дробовик, я им редко пользуюсь. Попробую сейчас им немножко сохраненечко. Хорош. Давай. Перезаряжаемся. Перезаряди, перезаряди. Нам пригодится. Он мощный дробовичок, мощный, но против этих пацанов слабоват, скажем прямо. Блин, а вот такая, конечно, мощная атака, она мне против них-то вот сильно не поможет. Они очень быстрые. Я просто замахнуться не успею, они мне втащат сразу. Ни хера себе ты борзый парень. Сиди там в своем камне и не вылазь. Блин, тут внизу уродцы пострашнее, конечно. Там наверху попроще было. Там наверху не то, что попроще, вообще изи просто было, блин. А здесь какие-то прям засранцы редкостные. Страшно, пипец. Я боюсь, чтобы справа никто на меня не напрыгнул. Так, вон там что-то светится. О, сохранение. О, тут будет замес, я уже чувствую. Что это светится? Это что-то мне очень нужно. О! Новый преобразователь энергии. Хорош, хорош, хорош. Пригодится. Так, ну что, сейчас опять будет замес. У меня такое предчувствие. Да, никого не вижу пока. Но замес должен быть. Опа! Видал, как она вылазит? Скотина. А вон еще идет кто-то. Вижу, 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 вижу. Уф-уф-уф. Уф-уф-уф. Надо отступить. Так, они... Ой, сколько их. Блин, а что мне с ними делать-то, а? Если они на меня сейчас все попрут, я сдохну. Они меня не видят, они тупые. Блин, мне бы гранаты. Слушай, а чё, почему гранат здесь нету? Каких-нибудь. А я могу просто прокрасться мимо них как-то? Он на звук идет. Да, он на звук идет. Так, стой, так они тупые получаются. Ха! Ребята! Так вы тупые, оказывается. Глянь. Вот я дебил. А, нет, все, заметили. Это плохо.
Это плохо. Давай, давай. А, ты сразу меня засасывать решил? Не, подожди, не надо. Иди нахрен. Я промазал. А он попал. А он два раза попал. Блин, я чё... Слушай, ну это прикольно на самом деле. Они, короче, сидят. Они меня не видят, получается. Да, ну ладно, они меня сейчас убили. Это прикол, слушай, вообще. А интересно, блин, это ж я столько времени зря потерял только. Можно было просто реально, ну, подкрадываться, получается, к ними, к ним. А вот мне интересно, а если я буду на корточках рядом проползать, я буду создавать какой-то шум, чтобы они меня как-то, ну, там, видели меня или что? Я просто, не интересно. А вон эта писька там. Подожди. Сейчас мы письку убьем. Да пускай идут, господи, я их постреляю немного. Ну, башку ему отстрелил нормально. Ну все. Буду я с вами тут возиться сейчас, если честно. Но вообще прикольно. Слушай, мне понравилась эта тема. Что я, оказывается, могу просто мимо них прокрасться. Но также не весело и не интересно. Веселее же с ними замес устроить. Я прямо возле них сидел, они такие мимо ходят. А, прикол вообще. Это прикол. Мне понравился. Так, давай пистолет возьму. Пистолет наиболее универсальный, скажем так. Больше я здесь ничего не потерял. Ой, не забыл, вернее. Давай. Потихонечку. Потихонечку. Все собираем. А вот эти штуки я продавать могу. Но а, нет, это автоматическая запись. Эти штуки я не продаю. Так, ну мне сюда. Я вижу, что мне сюда. Я, блин, столько времени реально потерял. Можно было пытаться как-то от стелса отыгрывать с ними. Ведь они туповатые. О, сохранение, хорошо. Они реально туповатые, слушай. Давай я потихоньку буду. О, что-то лежит. Блин, опять писюн этот. Ты что ты ко мне пристал-то? А вот мимо писюна не проберешься, видишь? Да, мимо писюна не пробраться, он кусается больно. Прыщ, блин, вонючий. Кредиты Калиста. Хорошо, хорошо. В принципе, мы продвигаемся дальше, но много времени я потерял в одном месте. О, опять сохранение, хорошо. Но с большего я немножко продвинулся. Продвинулся, и это не может не радовать. Так, коробка. Вот в таких случаях перчатка помогает. В остальных случаях она ни хера не помогает, если честно. Так. Где? А, ходит он. А, стоп! Это не тот пацан. Это же поголовый. Блин. Слушай, же поголовым я давно не встречал. Вот и весь же поголовый. Крик-то было. Есть у тебя что-нибудь? Нет у тебя ничего. А что тут так темно? Я ни хрена не вижу вообще. Кто ты? Зачем ты сюда вылез? Залезь обратно. Еще кто-то вылез или мне показалось? Слушай. Кто-то рычит еще. Где? Я никого не вижу. Я его слышу, но я его не вижу. Я в шары долблюсь или что? Я его не вижу, где он?
Так, а мне куда-то дальше надо двигаться. Ладно, пускай выходит, мы с ним разберемся. И что здесь надо сделать? Показана стрелка вверх. А, вот лестница. А, он тут шлепает. Ясно. Дай-ка я попробую к нему подойти. Оп! А я думаю, где он шлепает? А он тут, оказывается, шлепает у шлепок. Мудак. Боеприпасы. Хорошо. Боеприпасы, это он мне к пистолету дал? Блин, ладно, пока на дробовике останусь. Все-таки дробовик хорошая штука. Шикарная просто штука. Так. Ну и... Я вообще до куда-нибудь доберусь сегодня, нет? Блин, опять какая-то... Страшная комната. Твою ж маму, да сколько ж вас там, а? Сколько их там? Он один, вижу. Но он явно не один. Он не может быть один просто. Двое вот, вижу двоих уже. Хорошо, допустим, двое. По ногам. Перезаряжай. А, у меня нету. Эй, ладно, иди сюда. Сюда подошел. Сюда подошел ко мне. Красотка, блин. Иди сюда. А, сюда подойди ближе. А, по ногам, блин. Все. Кстати, по ногам тоже надо периодически постреливать им. Они без ног не умеют ходить, оказывается. Так, сохраненько есть. Кто-то где-то воет. Да и хрен бы с ним. Воет и воет, не сильно страшно. Так, слегка. Немножечко. У меня пистолет, пистолетные патроны закончились, да, к сожалению. Но ничего. Будем стараться как-то... А, вон он, вижу. Будем... Ну ладно, давай потихоньку. О, а вот эта-то штука шикарная. Опа. Шо, потерял меня из виду? Потерял, засранец. Блин, еще один. Подождите, ребята, у вас же только что один тут был. Блин, не хватило сил. Увидели, да? Да, увидели. Ну давай, хорошо, давай. Давай так поступим. Минус ноги. Втащил, да, мне? Все, сдох. Нормально, слушай, нормально. Я думал, хуже будет. Немного я просто притовал к ним. С ними биться, и нормально. Держусь вроде бы. Немного просто надо было... Чего? Хера себе, ты монстр шустрый. А если я тебе в ноги выстрелю, как ты на это будешь смотреть? Конечно, без ног ты ходить не будешь. Кредиты Калиста мне отдавайте, пожалуйста, мужчина. Успокойся. Ты сюда иди. Вот сюда, здесь повиси. Ха. Ха. По ногам, блин. Еще один, давай. Слушай, это прикольные штуки. Они мне нравятся определенно. Все. Успокоил. Так, ну вроде я тут всех успокоил. Слушай, я уже устал, если честно. Успокаивать их.
Ну, мне, наверное, сюда надо идти или что? Я что-то уже... О, сохранение. Так, ты меня заметил, да? Ну, хорошо. Давай пообщаемся. А, стоп, иди-ка сюда. У меня энергия закончилась, ну, блин. Опа. Это ты, парень, зря. По ногам. Слушай, хорошая вещь по ногам им лупить. Им прям не очень это нравится. Ха! Опа, патроны кончились. Блин, патроны заканчиваются. Вы чё, уроды? Давайте патронов. Все, блин, всех пособирал. У тебя есть что-нибудь, мудак? Так, а что? Что у меня, блин? 3-0-9. О-о-о, это серьезно, блин. Это серьезная засада, если честно. Я так далеко не уйду. Прям нифига не уйду далеко. Без патронов-то я вообще никуда не уйду. Одними этими, одной палкой с ними биться, это, ну, такое себе прям не очень. О, опять сохранение. Сохранения часто какие-то стали появляться. О, принтер. Это, видимо, транспортный узел. Принтер, это, конечно, хорошо. Толку, у меня ничего нету. Давай посмотрим, что здесь. 283 патрона я себе хочу сделать. Для пистолета, для скунса. А, да, давай. Мне нужны патроны. У меня патронов вообще нету. Спасибо. Дальше. А, для скунса. Ну, хоть немного, хоть сколько, хоть пару штук. И то помогут мне. Для скунса есть дальше. И для 140 не хватает, к сожалению. 70. Для скунса давай еще сделаю. Для скунса хватает пока что. Ну, нормально, слушай, хорошо. Все, отлично, отлично. Все, шикарно, я затарился. Давай посмотрим. Вот здесь, давай перезарядим сразу. Давай. Все, хорош. Пистолет. Перезаряжаем. Отлично. Ну вот, уже другое дело. Так, ну все, ребят, на сегодня мы закончим. В следующий раз уже будем продвигаться дальше. Да, видео будет немножечко короче, чем обычно, но ничего страшного. Просто много времени я потерял в самом начале на этих серьезных ребятах, таких пока не разобрался, как с ними бороться. Все, друзья, спасибо за просмотр. Не забывайте подписаться на канал, поставить лайк, прожать колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Все, здоровья вам и вашим близким. Всего вам наилучшего. Всем пока.